В эфире программа «Кто хочет стать миллионером?». Арни, немного расскажите о себе. Я в своем... Хотя ладно, какая разница. Первый вопрос. Что пьет корова? А. Молоко. Б. Вода. С. Пиво. И Д. Кефир. Звонок другу. Кому будем звонить? Нурику в Казахстан, друг мой. Скажи мне, что пьет корова? Все, спасибо, Нурик, давай. Мой ответ — пиво, потому что на прошлой неделе он себе там пиво пил, что-то дул. Не что, больный, что? Помощь зала. Алло, это фитнес-зал? Что пьет корова? Они отбой дали. У вас есть 50 на 50, я видел. Уберите два неверных ответа. Молоко или вода? Ты что делаешь? Ничего, я... Ты гуглишь, время, что? Время, смотри. Да время смотри. Или давай ответ, или вставай, уходи. Мой ответ — молоко. Молоко — ответ неверный. Верный ответ — вода. Да все, подождите, подождите. Давай, я всю жизнь знаю, что молоко дает корова. Ну все, здесь. Да не дает, тупой, а пьет. Что пьет корова? А, пьет. Да я это знаю. Вы что меня тут за дурака все держите? Пиво она пьет, что я думаю, это скотина.